А у нас сегодня 28 октября. И вот смотрите, у нас делают забор прямо впритык к дорожке. То есть собаку вывести вообще будет негде. Вот такой маленький кусочек закиданной помойкой остается для выгула животных. Больше здесь нету никаких территорий. И вот такая помоище, которая разлетается каждую ночь. И вместо этого они нам еще забор делают. Тут и так вот идешь, одно говно, извините. Потому что животными негде выгулить. И люди еще и за собаками, конечно, со своими не убирают. Это тоже имеет место быть. И вот такая помойка. Зато они нам закрывают заборчиком. Знаете, получите. Чтобы никто больше здесь не гулял. И не ходил, и не бегал, и не лазил. И деревья не ломал. А то, что мы просили сделать нам лестницу, потому что здесь все жители ходят через... коротают себе дорогу до остановки. И спускаются с угла дома. Здесь уже натоптанная тропинка. Просили сделать лестницу или какой-то хороший спуск. Вместо этого посадили деревья и делают забор. Так. Хотя вполне можно было бы сделать заход к нашему ЖК. Не просто так эта тропинка организовалась. Зато все перекрывают заборами в самолете. Платная парковка. 3 или 4 тысячи в месяц. Не знаю, если честно. Ну, где-то около того. И, пожалуйста, все нам перекрыть, закрыть. Чтобы никто нигде не ходил. Хотя здесь с утра и вечером огромное количество народу поднимается и спускается. В чем проблема, я не знаю. Просьба была отправлена в управляющую компанию. Дом стоит на горе. Подойти к нему неудобно. Чтобы подойти к своему подъезду, мне приходится делать 10-минутный круг пешком. Это идти вон аж до того контейнера, и там разворачиваться, идти к своему дальнему-дальнему подъезду. Хотя здесь этот путь занимает ровно 3 минуты. Представляете, после работы люди, уставшие, с сумками, должны еще вот так вот ходить.